Рай для женщин, для мужчин тяжелые испытания. Сегодня на прилавках десятки видов цветов. Женский праздник, еще и праздник для продавцов. Цветы в руки, купюры в кассы. В топе, конечно, тюльпаны. Вот так принято действительно дарить тюльпаны девочку на 8 марта. Тем более тюльпан, ну как бы один из символов Татарстана. Астры, гиацинты, ирисы и гортензии, магнолии, орхидеи, а еще лилии, хризантемы, ранункулусы, тюльпаны и, конечно, розы. Перед 8 марта букеты дорожают в несколько раз. Средняя цена 1500 рублей. Можно найти варианты дешевле. Стильный и аккуратный букет из гербер за 500 рублей, например. Но в этот день важно не сэкономить, а удивить. Для жены, для тещи. Цветы традиционные, я думаю, как бы подарок. И все, думаю, дарят, как бы и взрослые, и дети. Ну, потому что настоящие весенние цветы. Внучки, потом жене. И вот сейчас для дочки еще надо выбрать. А что за букет такой интересный? Ну, это бессмертник. Сорняк, который снова в моде, желтые пушистые грациозные кисти украшали вазы советских дам. Не случайно в романе Булгакова именно мимоза была в руках у Маргариты, когда она встретила своего мастера. Поэтому эти цветы обязательно про любовь. Всего в машине 400 килограмм полной газели со щита на весь. Сколько? 400. Ну сколько? Килограмм 100. Ага. Сколько стоит веточка у вас? Веточка по 50 рублей. У нас уже готовы букеты, они у нас на доставочку. Любой букет за любые деньги. В цветочных салонах готовы удовлетворить даже самых взыскательных покупателей. Монобукеты не востребованы, а упаковка в виде крафтовой бумаги самая популярная. Самые редкие, это, наверное, такие самые экзотические цветы, которые к нам приходят практически из Африки. Это протея, такая она очень большая, своеобразная очень. Ее не каждый понимает, но на самом деле для тех, кто хочет как-то удивить и не хочет подарить банальное сочетание цветов, те, конечно, просят что-то экстравагантное, и здесь мы можем предложить тоже большой вариант цветов. Пышные охапки или изящные букеты в сильных мужских руках. Чтобы они не выбрали, весеннее настроение гарантировано. Все чаще альтернатива обычным цветочным букетам вот такие фруктовые. Вместо клубники могут быть яблоки, сливы, абрикосы. Коробка искусственная, но вкус-то настоящий. Главное, чтобы такой букет дожил до адресата. Альбина Слагараева, Марат Зайдуллин, ТНВ «Казань».